Никита играет в хоккей с 5 лет. Своим кумиром считает тезку Никиту Кучерова, потому что он играет четко и жестко. В будущем мечтает быть таким же. А пока упорно тренируется, чтобы стать профессиональным спортсменом. В Ледовом дворце вместе с другими армадцами Никита играл против ребят из Канады. Мы шли с боем, потом мы поняли, что это не есть сильный, не такой уж и сильный соперник. И тренер сказал первый период им поддаваться, чтобы в следующий раз мы к ним могли прилететь. Потому что если бы мы их сразу начали выигрывать, то их тренера бы подумали, это не наш уровень, не надо больше с ними играть. И тем не менее, за первые 10 минут матча наши хоккеисты вышли вперед со счетом 4-0. Во втором тайме стало жарко, счет сравнялся 4-4. И все с нетерпением ждали развития событий. Поболеть за своих учеников пришла директор школы номер 12. На сегодняшний день результаты меня очень радуют. У нас хоккеисты мальчики, у нас хоккеистки девочки, которые, кстати, вот весь прошлый учебный год и в этом году ездят по многим международным турниром и тоже получают призовые места. Зрители и тренеры очень переживали. Игра получилась напряженной. И вот он, долгожданный итог. Со счетом 8-6 побеждает канадских гостей Одинцовская армада. Это все-таки даже не товарищеская игра, а больше дружеская. То есть обменяться эмоциями какими-то. Они немножко пообщались. Сейчас же мы все в школе учим иностранные языки. Готовились недолго. То есть она не особо была запланирована. Так случилось, что мы узнали об этом где-то, наверное, месяц назад. В будущем такие матчи станут традиционными, а значит, впереди упорные тренировки. Юным спортсменам придется держать высокую планку. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».